Ребят, всем привет! Меня зовут Андреа, я из Италии и изучаю уже много лет русский язык. Я этот язык обожаю, очень сильно люблю. И сегодня я хочу записать это видео, чтобы вам сказать, как можно изучать самостоятельно свой родной язык, то есть итальянский. Эти советы, которые я вам даю сейчас, очень хорошо работали для меня в процессе изучения русского языка, и поэтому я знаю, что они хорошо работают и для итальянского языка. Ну, давайте начнем. Первый совет, который я вам даю, это слушать музыку на итальянском языке. Я всегда слушаю русскую музыку, потому что мне очень нравится русская музыка. И думаю, что музыка очень много помогает выучить новые слова и расширять свой словарный запас. И поэтому я думаю, что вам тоже надо слушать на итальянскую музыку. И вы можете это делать на YouTube. А еще вы можете читать текст. Есть очень хороший сайт. Называется он lyricstranslate.com. Там вы найдете текст на итальянском языке, есть также переводы на английском, на русском, еще на других языках. И поэтому это очень удобно, если вы хотите сравнивать текст, понять значение слов, читать перевод и так далее. Это серьезно очень полезно. Я тоже использую этот сайт для того, чтобы читать русские тексты и понять смысл, понять значение слов и так далее. Поэтому очень рекомендую этот сайт. Совет номер два – это смотреть видео на YouTube. На YouTube есть много видео на разных языках. Конечно же, есть и видео на итальянском языке, поэтому я вам рекомендую смотреть каждый день видео на итальянском языке для того, чтобы тренироваться. Вы можете, например, смотреть видео Easy Languages, Easy Italian. Это очень хороший channel. А вы также можете смотреть новости. YouTube это очень хорошо, потому что там можно замедлить скорость видео. Поэтому, если вы начинающий, если ваш уровень языка не очень высокий, это не совсем не проблема, потому что вы можете замедлить скорость видео и понимать все, что там говорят в вашем видео. А третий совет, последний совет, эффективные советы для того, чтобы изучать самостоятельно итальянский язык, это разговаривать, это болтать, это связаться с носителями языка. Вы можете делать это через Skype или на italki. Я сам работаю репетитором итальянского языка на italki, поэтому если вы хотите, можете со мной разговаривать. Если у вас уже есть несколько знаний итальянского языка, то если вы не начинаете с первого листа изучать. К тому же вы можете скачать очень интересное приложение для мобильника, то есть Tandem. Там вы можете найти друзей из Италии, это совсем бесплатно. Ну, это все на сегодня. Надеюсь, что советы были интересными для вас. Если у вас есть еще какие-то вопросы, можете написать комментарий. Дайте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. Мы увидимся скоро. Пока-пока. Чао.